есть? Есть. Давай. Сейчас держу. Ну так что у вас там с Максом? Любовь, да? А вот это не твое дело. Странное. Держи. Какая там любовь? Ты ее зачетку видела? А я видела. Там одни пятерки. Я вообще не понимаю, как она могла получить два незачета. Ну а Максу тогда зачем? Не знаю. Пересдачу. А вы готовьтесь, Он как будто знал. Да откуда он мог знать, негродиты? Так может знал кто, а? Это слишком рискованно продолжать это дело. Слишком рискованно? Ты знаешь, сколько людей задействовано? Ты знаешь, какие это деньги? В конце концов, мы помогаем людям. Ладно, с первого раза не получилось. Еще раз сдаю и все, завязываем. Кому что за полом? Зал за закрытой дверью гремели барабаны, гитары, ревели. Кому что за полом? Зал три раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. Кому что за полом? Зал за закрытой дверью гремели барабаны, гитары, ревели. Из первых рядов слышатся голоса. Эй, за что я заплатил, косарь? Верните мне бабки назад. Внезапно пелена застлала мне глаза за закрытой дверью. Скоро я покину зал через полчаса. Кому что за полом? Зал за закрытой дверью гремели барабаны, гитары, ревели. Кому что за полом зал? Три раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. Кому что за полом зал? За закрытой дверью гремели барабаны, гитары, ревели. Кому что за полом зал? Три раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. Кому что за полом зал? Репетировал, что мне там сам. Мы можем легко вычислить ход. Тебе помочь? Знать, какая величина массива. Однако мы не всегда можем сказать. Это знает. Я готов. Пожалуйста. Итак, массив Б и массив А пронумерованы одинаково. Отсюда следует, что эти массивы являются двустепенными. Итак, зная длину змейки, мы можем узнать величину массива. Ты знаешь, а тебя ведь предали. Мое море, прошу тебя, не выплюни меня на берег. Во время очередной бури твоих истерик я так давно тебя искал по грязным пресным руслам. Зубами сеть рвал, напрягая каждый мускул. И я готов сожрать пуды твоей горчащей соли. За то лишь, что ты здесь остаться мне позволишь. За то, что дашь и дальше мне дышать своею влагой. Кроме этого блага мне больше ничего не надо. Это правда, я за воду жадно набранную джабры подарю тебе всего себя, только не нужно, ладно? Выбрасывать меня волной на берег и изгибы и оставлять там подыхать, как ту другую рыбу. Чистый воздух, как едкий дым, совершенно непригоден для дыхания. Рыбы не живут без воды и не ищут почвы под плавниками. Рыбы не умеют ходить и летать не умеют тоже. Рыбу очень просто убить, лишив того, без чего она не может. Сдал, только он все знает. Вита ему рассказала. Ты про нас говорил. Ты не говорил я про вас. Да ты говорил. Вот и все. Ну что, какой предмет сдаешь? Возрастная психология. Так, в общем, слушай. Есть шпоры. Есть ручка и есть наушники. Угу. Что выберешь? Наушники. Кому что за полом зал? За закрытой
закрытой дверью гремели барабаны, гитары, ревели. А может что-то сделаем заново? Три раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. А может что-то сделаем заново? За закрытой дверью гремели барабаны, гитары, ревели. А может что-то сделаем заново? Три раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. А может что-то сделаем заново? Чем-то воняло и было тесно, но для нас она была культовым местом. В основном там мы провели школьные годы чудесные, предпочитая ее как партам, так и подъездом. Спасибо каморке за счастливое детство. Именно здесь мы сочинили нашу первую песню. Именно здесь мы впервые треснули по 200. А после наш басист лишился девственности, лишь в честь о нашу вокалистку Олесю. Что училась на флаше? С нами ей было интересно и весело. Прикольная была герла, но пела посредственно. И весила килограммов 110 при росте 170. Когда на следующий день, уже будучи трезвым, он сказал ей честно: прости, но мы не можем быть вместе. Она ответила ему жестом и хлопнул дверью в знак протеста. Навсегда покинула наш оркестр. А может что-то сделаем заново? За закрытой дверью гремели барабаны, гитары, ревели. А может что-то сделаем заново? Три раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. А может что-то сделаем заново? За закрытой дверью гремели барабаны, гитары, ревели. А может что-то сделаем заново? Три раза в неделю репетировала наша группа за закрытой дверью. Кто эти парни? Разыщите их, пока не поздно. То, что я не слышал их раньше, это дьявола козни. Это наши будущие звезды, я серьезно. Воскликнул, услышав наше демо, босс Universal. Вскоре за закрытой дверью офиса, поставив росписи, мы получили авансом кучу бабоса. Наши песни стали известнее, чем джингл Беллс и хэппи звезды. Журналистки в розовом достали нас своими вопросами.